Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию лот номер 1 Jogging Bottom Mix. Мужские и женские спортивные штаны Second Hand. Страна Англия. Демисезон. Вес мешка 15 кг. Количество в мешке 39 штук. Спортивные штаны. Внизу на резинке. Сверху имеется баллоневый такой ремешок. Размер S. Спортивные штаны черного цвета. С начесом. Внизу тоже имеется резинка фирмы Nike. Размер 2XL. Спортивные штаны фирмы Adidas. Размер 14-48. Сбоку имеется вот такой красивый лампас. Спортивные штаны. Размер S. Имеется износ. Штаны темно-серого цвета. Размер L. Вверху тоже на резинке пояс и имеется шнурок. Так, штаны серого цвета, внизу на резинке, сверху тоже резинка со шнурком. Имеются боковые карманы, размер M. Штаны серого цвета, аналогичные, более легкие, скажем так, размер 14, это 48, но я думаю, что это 46 здесь будет размер. Штаны черного цвета, укороченные, на резинке. Размер ориентировочно XL. Укороченные спортивные штаны с начесом. Имеется износ, размер ориентировочно L. Облегченные спортивные штаны, к низу расклешенные. Сверху вот такой высокий пояс в леопардовой тематике, размер где-то S, и также имеется износ. Штаны сиреневого цвета, укороченные, размер ориентировочно M, черного цвета, размер ориентировочно S, велюровые штаны, размер L. Штаны трикотажные на небольшой рост. Размер где-то 52-54 на резинке. Спортивного плана штаны черные. С такими вот двумя голубыми лампасами. Размер 14, это 48. Вот такого плана штаны. Впереди карман синего цвета. Размер ориентировочно M. Большой размер. Спортивные облегченные штаны. Хоть и стоит XL, но это, я думаю, из разряда больших размеров. Где-то 54 размер. Такой, вот такого темно-синего цвета. Темно-серые штаны. К низу свободные такие. Трубы, как бы можно сказать, под тематику, под покрой. Размер L. Спортивные штаны розового цвета, ориентировочно размер M, имеется износ в виде такой вот застиранности. Штаны темно-серого цвета, имеется износ и также пятна на коленках, размер ориентировочно M. Штаны черного цвета, облегченные, размер 14-48. Вот такого плана штаны. Внизу на резинке имеется износ. Размер 12, это 46. Укороченные спортивные штаны. Меланжевый такой рисунок. Размер M. Размер S. Имеется износ серого цвета. Штаны трикотажные спортивные. Размер ориентировочно M. Укороченные трикотажные штаны. Размер 48. Такой план. Серый. Сверху имеется шнурок. Размер M. Защитного цвета спортивные штаны. Внизу на резинке. Сверху тоже резинка у пояса. Шнурок для затяжки. Ориентировочно размер M.
Штаны темно-синего цвета, облегченные, с двумя карманами сверху. Карманы на молниях, молнии рабочие. Также имеется шнурок. Ориентировочный размер 46. Серые штаны с начесом, размер М, внизу на резинке. Вот такого плана небольшие спортивные штаны, размер 40. Трикотажные, облегченные, свободные к низу. Такие тоже свободные трубом, как сказать, модель. Ориентировочный размер М. Короткие капри, размер 46. Вот такой план, облегченные подростковые штанишки на размер 42-44. Спортивные штаны синего цвета, имеются пятна, сбоку вот такой бело-красный лампас, вверху шнуровка с начесом, размер 48. Вот такого плана штаны, темно-синего цвета, размер 50, наш российский 50, имею в виду. Вот такого плана серые штаны с начесом, размер М. Шорты, имеется износ, размер 42. И вот такого плана черные штаны, свободные, размер XL. Имеется износ. Спасибо за внимание.